Привет, зритель. Одними яблоками вон там он в тарелочке желе яблочное на агаре. Там он орехи из моей деревни. Тоже яблоки. Еще яблоки, яблочный сок. И снова желе яблочное. Вон там под полотенцем немного облепихи, которую мне родственники выдали. Целый тазик яблок, вода. Почему тут вода? Потому что у нас сегодня должны были отключать воду, и пришлось набрать этой воды. Короче, одними яблоками сыт не будешь, да? Если ты уже читал постик на канале, то ты в курсе. Я заказала окно. Это последние моменты, когда ты видишь это окно. То окно будет с конца сентября, короче. Да, вон там клюква. Я вчера купила 250 рублей за литр. Это когда у меня еще, ну, как бы, я не думала, что у меня останется косарь на месяц. Потому что я купила еще себе стекло за 1000 с лишним. Ну, очень хорошее стекло такое, в общем, правильное стекло, а не то, что продают на Озоне за 200 рублей, оно ломается через неделю. Короче говоря, еще у меня там где-то есть брусника, купленная чуть раньше в холодильнике. А вот здесь-то у меня хоть что. А здесь самопальный хлеб. Вон там с сушеными яблоками подруги, которая приносит ко мне, чтобы посушить сушилки, ибо ей религия запрещает купить свою сушилку. Мне, правда, счет за электричество какой-то интересный пришел. Благодаря этой сушилке есть печенье самопальное, которое я там вчера делала. Вон там тоже облепиха, еще бананы. Короче, вон там какая-то тоже сладость самопальная. Ну, как бы это. Если денег нет, а сладкого хочется, и есть какие-нибудь там типа мука, купленная в начале года где-то. Еще такая же упаковочка неполная. Если на ней есть какой-то рецепт, то почему бы не своять? Ну, как бы, не совсем же страдать одними яблоками. Короче, был у меня косарь. Сегодня у нас 11 сентября. И вот косаря больше нет. Есть чуть меньше косаря. Потому что, как бы, ну, я до этого как-то покупала мясо. У меня, как бы, есть мясо, при случае можно поесть. У меня даже суп сварен овощной на мясном курином бульоне, типа суп-пюре. Но хочется мне сосисок. У меня даже есть 4 куриных яйца от куриц, которые деревенские. И еще 4 куриных яйца покупных. Я прям практически богач. В общем, мне понравились эти сосиски. 150 рублей без копейки в магните стоят, 650 грамм. Упаковка. Они вроде сейчас по скидке. Вот перед деревней месяц назад я такие же покупала. Они были без... Ну, шли по этой же цене, но не, ну, не как скидка. Не сказать, что у них супер такой состав, но в других сосисках состав бывает и хуже. Я их поела, мне как бы... Ну, я еще живая, мне хорошо. Здесь у меня черный чай, который я вчера купила за 100 с чем-то рублей. 90 грамм оказалось мелколистовой, импро. Но, похоже, дело импро давно уже вся мелколистовая, но он хороший чай. Он меня поднял на ноги, у меня было немного кускового сахара. Короче, я купила себе банан. Как бы у меня есть банан, но там такой один банан лежал. Один банан. Бананы сейчас в магните по 55 рублей за килограмм. Ну, я думаю, что один банан лежит, он как бы говорит: Люля, тебе, наверное, одиноко без меня. Если ты меня не купишь, я буду страдать, и ты будешь жалеть, что не купила меня. Я купила банан, он маленький такой, можно его захомячить. А еще меня в этом году все угощали арбузами. Ну, вообще как, моя тетя, и 3 раза моя соседка, там моя нога в кадре лезет. И еще палец мой лезет в кадре. Я решила, что, в принципе, арбуз сейчас в магните идет по 19 рублей без копейки. И почему бы не купить маленький арбузик? Вообще мне редко попадается, чтобы арбузик был маленьким. Пакет тоже я в магните купила. Все вместе мне вышло на 222 рубля с копейками. Грубо говоря, 223 рубля. И сейчас у меня чуть меньше 1000. Но зато у меня есть арбуз. Я его раздолбаю после того, как пообедаю вечером там. И вот я не буду, наверное, делать никакой отдельный плейлист. Но решила я записать ролик и прямо с телефона его залью. Так что там не будет заставки и концовки, зритель. Да, вон там боярышник в букетике. Это мне родственники выдали. Я его даже приближу. Правда, рука, наверное, поддрагивает.
Боярышник в пакетике. У меня еще такой же сушеный боярышник есть. И другой боярышник другого сорта. И рябина черная, и рябина красная. Они там все в сушилке сохнут. Сейчас, правда, сушилка выключена. Короче, как бы благодаря тому... Ну да, надо тебе холодильник, наверное, показать, что у меня внутрях. Тут вот тоже яблоки, не поверишь. И вот здесь яблоки, и вон там яблоки, морковка есть. Вот та самая брусника. Тут огурец садовый есть, неполноценный. Тут-то, тут чего? А, тут бананы разморозились, надо что-то с ними сделать. Тут зажарка, морковка, лучок на свином сале. Тут оказалось банан с кэробом, который я как-то сунула в морозилку, забыла подписать и думала, что это шоколадная паста. Ну, вот, кстати, это кефирчик из козьего молока, ну, простоквашка, а это молочко. Тут какие-то эти заготовки прошлого этого года. Тут всякие тоники для морды лица самопальные. Ну, не только этот для лица, может, и для рук. Тут соевый соус. Вот эти белые яйца, это деревенские. Вот эта сметана козья мне досталась вообще, прикинь, не поверишь. Пол-литра за 50 рублей. Вон там огурцы соленые. Прошлогодняя ежевик, потому что в этом году что-то не случилось. А всякие такие заготовки, кабачок, кусочек сыра, который я отвоевала у кошки. Если ты читаешь мою телегу, то ты уже в курсе. Тут еще кусочек огурчика, надо его хоть в салату делать. У меня еще есть 4 помидорки, они на балконе зреют, лежат. Тут у меня супчик, там немножко творога, сливочное масло. В морозилке есть слегка мясо и прочих других немясных заготовок. Ну, как бы, при желании можно прожить, да? А вот здесь у меня то, что должно было быть соком, но случилось пюре, потому что соковыжималка умерла, и мне пришлось заказать новую. Чайник, который я заказала на Сбермегамаркет, не советую там ничего заказывать, потому что я там еще заказывала чай. Чай мне не пришел, чайник пришел, хоть он, ну, можно к нему привыкнуть, как бы на безрыбье чайник рыба. Но он не такой, как и выглядел на картинке. Вот здесь у меня компотик из яблок на мед, ну, с добавлением меда. Там у меня мед с сотами этого года. Вон там тоже мед оставшийся, это вообще перетопленный мед, который мне выдали родственники. Я его добавляю как раз вот в тесто, в печенье, оставшееся от печенья. Вон там вода фильтрованная. Здесь кучу всякой такой этой штуки интересной. Лови момент, я показываю, там какао, масло, порошок плодов баба, какао-бобы, немножко кофе в зернах, короб в стручках, короб молотый. Чай, вот здесь чуть-чуть семян чиа, когда я получу выплату с Ютуба в конце октября этого года, я закажу себе еще чиа. Тут совсем чуть-чуть зеленого чая, который мне друг присылал. Вот тут вот мате, сицилиана, вон там кунжут, видно вон там этот, семена тулси чуть-чуть. Тут карамельки даже есть. Вау, у меня есть карамельки. Моча, которую мотят. Ну да, моча. Потому что это, по сути, это моча, которую я обозревала, когда вот делала заказ на 1000 чем-то разной такой моти на Вайлдберрис. Тут он у меня, ух ты, можно сварить кашку. Кукурузную. Кукурузная какая-то там быстро растворимая кашка. Покупала как-то в светофоре. Кофе, который подарила мне одна подписчица, он почти заканчивается. Сахар, по-моему, обычный, потом сахар виноградный, остатки былой роскоши. Ну, как бы можно прожить, да? Но как-то немножко грустно, когда денег совсем чуть-чуть свободных остается, потому что, ну, что-то хочешь приготовить. Да, вон там есть сухое молоко. Не полный пакет, немножко осталось, но все-таки он есть. Остатки былой роскоши. Масло авокадо. Я на нем одно время жарила, теперь только в салаты буду добавлять, потому что у меня есть еще нерафинированное масло горчичное, такая гадость несусветная. Спинка подруги покупала. Вот знаете, есть люди, которые вот посоветуют, не думая. А ты потратил деньги, не знаешь, куда это девать. Вот в тесто хлебное, если только добавлять. Как раз хлеб с добавлением горчичного масла. У меня есть кокосовое масло, на котором можно жарить. Но у меня где-то стоит, фиг знает где. А, ну вот здесь даже, наверное, стоит. Вон оно где стоит, смотри. Над ним стоит контейнер. В контейнере этот... Ну, как бы не состоявшаяся халва, виноградный сахар и перемолотая кунжут. Я что-то хотела сделать. Вот этот чай очень вкусный. Покупала на Вайтбрис сразу 2 коробочки, но его больше нигде не видела. И он с добавлением
растение, которое типа тархун. Я хочу, вот первый слив заварки идет именно такой, со вкусом тархуна. Хочу сделать, пока он еще жив, мармеладика на нем, на агаре. Здесь у меня соль, вон там всякие специи, по большей части специи. Ну, 2/3 из всех специй это то, что я выиграла на Cookpad. Какие-то я покупала. Как бы, ну, есть, что есть на чем жарить. У меня даже есть еще просто пол-литра свиного перетопленного сала. На нем можно тоже жарить и готовить. Да, цветочки мне выдали. Выдры — это название деревни. Ну, наверное, что это? Ну, крупы всякие есть. Я уж не понесу телефон на балкон, потому что сейчас уже темно. Я хочу потом купить какую-нибудь переносную лампу, которую можно зимой юзать на балконе, чтобы вот в темнотище там не шарахаться с телефоном, а нормально включил и посмотрел. А потом на следующее лето, на следующий дачный сезон взять ее в деревню, чтобы там освещать вечером. Когда-то давно у нас там горел фонарь напротив дома, но это было так давно, там уже и не живут напротив дома там. Так что я думаю, в принципе, вполне, наверное, реально прожить на 1000 рублей в месяц. Если уж, ну, совсем так захотеть, имея в наличии свои овощи и яблоки. Потому что можно делать какой-нибудь желе. У меня есть чуть меньше килограмма, наверное, ну, чуть или около килограмма пшеничной муки. И где-то 0,5 кило этой, как её там, ржаной муки. Можно хлеб запечь. Еще какая-то мука есть тоже, ну, не так много, где-то там по 300-400 грамм. Тоже какой-нибудь хлеб можно запечь. Так что, зрители, можешь следить, не отрываясь от экрана своего утюга. За процессом этого бытия постараюсь это отчитываться. Как я тут пытаюсь не тратить деньги на то, что хочется. Спасибо за просмотр. Пока!